D2419H. Эргономичный безрамочный монитор с USB-хабом. В комплекте с монитором идут съемная подставка, диск с драйверами, документация и набор шнуров. DisplayPort, USB-шнур для подключения к ПК встроенного хаба и шнур питания. Корпус монитора выполнен из черного матового пластика в минималистичном дизайне. Тонкие рамки с трех сторон хорошо себя покажут в системе из нескольких мониторов. Массивная подставка работает противовесом, и монитор можно расположить ровно так, как вам удобно. Наклонить, повернуть, развернуть на 90 градусов в портретный режим, поднять или опустить. Также возможна установка на стену с помощью кронштейна, совместимого с весокреплением. Дисплей здесь с антибликовым покрытием и фактором твердости 3H. Он построен на базе IPS-матрицы с диагональю 23,8 дюйма и обладает разрешением Full HD. Частота обновления экрана стандартная – 60 Гц. Углы обзора составляют до 178 градусов, а вот время отклика не самое высокое – 8 миллисекунд. Впрочем, можно сократить его до 5, включив в меню быстрый режим отображения. В монитор встроен набор технологий защиты зрения, система уменьшения мерцания и фильтр голубых световых волн. Из видеовыходов здесь DisplayPort и HDMI, а также композитный DisApp-порт. Монитор может служить USB-хабом. Не забудьте подключить его к компьютеру через USB-порт типа A. Для подключения внешних устройств к монитору доступны два USB 2.0 в нижней части и два USB 3.0 на боку. Словом, перед нами достойный бюджетный монитор для офиса или домашнего использования, если ваше основное время перед экраном проходит в интернете. Для игр же или работы с графикой рекомендуем искать что-то посерьезнее.